Спасающиеся от гражданской войны сирийцы по-прежнему составляют большинство среди беженцев, стремящихся в Европу. По последним данным, общее количество выходцев из Африки и Ближнего Востока, оказавшихся в европейских странах, уже перевалило за 750 тысяч. И ситуация то и дело выходит из-под контроля местных властей. Очередной трагедией едва не закончилась история во Франции. В брошенном фургоне-рефрижераторе на севере страны накануне обнаружили 15 нелегалов, практически еле живых от холода и недостатка кислорода. А возле греческого острова Лесбос найден тела еще 4 беженцев, которые утонули, так и не добравшись до заветных берегов. Настоящую панику вызвали в Финляндии сообщение о том, что среди прибывших в страну мигрантов около 300 могут быть связаны с исламистами. Финские власти в связи с этим повысили уровень террористической угрозы.